Приветствую вас, братья и сестры. Такая песня, она нас настраивает на общение с Богом. И действительно, в ней говорится о том, что мы должны искать в жизни такие моменты, когда мы должны от всего отойти и прийти к нашему Господу и общаться с Ним, и приносить наши нужды, приносить наши переживания, общаться с нашим Господом, который держит в руках всю Вселенную. Мы будем петь. Спустились на землю вечерние тени, погасло сияние дня. Смиренной молитве склоняю колени, и верю, ты слышишь меня. Смиренной молитве склоняю колени, и верю, ты слышишь меня. Печальная песня над миром несется, призывно мерцают огни. Устал я с греховною плотью бороться, возьми меня в руки свои. Устал я с греховною плотью бороться, возьми меня в руки свои. Хочу я забыть суету и волнение, к твоей прислониться к груди. Хочу маловерие, тревоги, сомнения с тобой навсегда победить. Хочу маловерие, тревоги, сомнения с тобой навсегда победить. Ты мне помоги от всего отрешиться, твой голос услышав святой. Той первой молитвой к тебе помолиться, сердечной, горячей, простой. Той первой молитвой тебе помолиться, сердечной, горячей, простой. Окутали землю вечерние тени, безмолвие звезды храня. Смиренной мольбе я склоняю колени, верю, ты слышишь меня. Смиренной мольбе я склоняю колени, и верю, ты слышишь меня.